Фильм Рюхея Китамура. Смертник. В фильме снимались Хидео Сакаки, Рё, Дзюн Кунимура, Каюки, Бенгл, Сюн Сюгата, Брика Ода, Так Сагагути, Тета Сугимото. Авторы сценария Рюхей Китамура, Юдай Ямагути, Исао Кирияма. Продюсеры Хидеми Сатани и Тайдзо Фукумаки. Режиссер Рюхей Китамура. Смертник. Хочешь что-то сказать напоследок? Завтра будет ясно.
Ты покойник. Что? Тебя больше нет. Не смешите. От такого заряда не умрешь. Даже низкого напряжения достаточно, чтобы убить смертника, ждущего наказания. Ему кажется, что это высокое напряжение, и он умирает от шока. Ты первый, кто после этого выжил. Все сделано так, как было запланировано. Твоей семье тоже передадут, как ты и хотел. Мы уничтожим твои останки. Ты только что умер. Но... У тебя еще есть выбор. Жить или умереть. Если ты хочешь жить, тебя выпустят отсюда. Что это значит? Не знаю. Если я откажусь... Мы еще раз пустим электрический ток. Но на этот раз напряжение будет выше. А вы как думаете? Если говорить честно, лучше умереть здесь. Я... хочу жить. В мире есть вещи и похуже смерти. Ты должен знать это. Наказание второе. Thank you.
Ты тоже выжил? Я думал, что спасен, но попал сюда. Что такое? Опять каторга продолжается. Начнем. Ацуси Гондо обвиняется больше, чем в 20 преступлениях, в том числе в контрабанде наркотиков, угрозах и поджогах. Более того, ваши отпечатки позволяют обвинить вас в убийстве 9 женщин за последние 14 лет. Все жертвы после смерти изнасилованы. Вынесен смертный приговор. Тенсио Ясиро, вы зверски убили 6 мужчин, которые за 3 месяца до этого изнасиловали вашу девушку. Вы 4 месяца убегали от полиции, а потом убили вашу девушку Мисако Хара. Суд признал вас виновным. Вынесен смертный приговор. Приговор 3 дня назад был приведен в исполнение. Вы оба умерли. И что мы здесь делаем? Вы участвуете в эксперименте. В простом эксперименте. Вы не можете выйти из этой комнаты. Но в комнате вы можете делать все, что угодно. Вы свободны. Как интересно! И сколько мы здесь пробудем? Это еще не решено. Пока избавитесь от тюремной грязи. Как будто ничего не изменилось. Сбоку маленькая дверь. Там ванная и туалет. Если вы захотите алкоголя, еды, одежды, всего чего угодно, пожалуйста, по возможности мы выполним ваши пожелания. Хочу женщину! Давайте женщину! Это невозможно. В эту комнату не может войти никто, кроме вас и охраны. Слушай. Здесь нет часов. Для вас понятия времени не существует. Тогда пистолет. Дайте пистолет. Оружие запрещено. А телевизор и радио? Здесь ничего не ловит. Тогда наркотики. Алкоголь, все что угодно. Что такое? Что здесь вообще можно? Я проголодался. Можно поесть? Бифштекс и вино. Хорошо. Вы нам что, на полу? Предлагаете есть? Принесите диван и стол. И одежду. Что-нибудь приличное. Я жду.
Ты убил свою девушку? Подумать только. А я убил больше, чем 9 женщин. Зачем? Зачем ты это сделал? Разве для этого нужна причина? Убийство есть убийство. А почему ты убил их? Зачем убивать свою девушку? И не надо тут. Мы одного поля ягодки. Лучше уж дружить. Давай общаться. Что уставился? Я не смотрел. Тебе во мне что-то не устраивает? Нет. Тогда, чтобы больше так не смотрел. Делай, что хочешь. Ты же можешь попросить все, что угодно. Хватит все время сидеть так. И не смотри на меня. Это они смотрят. И что ты о них знаешь? Черт! Что они хотят с нами сделать? Ты должен сейчас сидеть на электрическом стуле. Ты пришел сюда, потому что не хотел умирать? Ну и пей дальше. А меня не трогай. Хватит важничать. Ты что себе возомнил? Ты только посмотри на себя. Как будто ты умер. Может, мне и правда убить тебя? Да. Они же сказали, что можно делать все, что угодно. Что они сделают, если я убью тебя? Они остановятся? Ты как хочешь умереть?
Это и есть их цель. Чтобы мы убили друг друга. Ты не так понял. Это я убью тебя. День четвертый. Так хорошо? Неплохо. Да, хорошо. Ты бы тоже подстригся. Еда один раз в день. Попробуйте поднять температуру на 5 градусов. Черт. Почему так жарко? Я проголодался. Что у нас с едой? Плохой из меня защитник. Но делать нечего. Раз они не дают мне биту. Первую женщину я убил битой. Кажется, я предложил ей встречаться, она отказалась. Помню только... Как я взбесился. Так получилось, что она сказала что-то, что меня взбесило. А у меня в руках была бита. Ты мне не веришь? Я тогда был в старшей школе и играл в бейсбол. Я всегда носил с собой биту. Полиция думала, что это серийный убийца. Я думал, что все просто. Дело осталось нерешенным, так я почувствовал вкус крови. Я люблю женщин, но я боялся даже заговорить с ними. Только после этого я смог спокойно приглашать девушек на свидание. Я понял, что даже если они откажут, мне не будет стыдно, и я получу свое. Потом я сразу стал похищать женщин.
Я убивал всех женщин. Да, так. Знаешь, как с такими обращаются в тюрьме? Замолчи. Хватит. Я не хочу это слушать. Это еще почему? Ты хочешь стать первым мужчиной, которого я убью? Прекрати. Не трогай меня. Я понял. Если я... убью тебя, то смогу выйти отсюда. Меня отпустят! Я сделал это для тебя. День седьмой. Уже пора. Включай сирену каждые 30 минут. Пусть они сходят с ума. Хватит! Что это такое? И это свобода! Свобода, да?
Эти люди должны были умереть. Мисако? Ведьма. Ой. Это же... Девушка, что ты здесь делаешь? А вы, как давно вы здесь? Как давно? Не знаю. Я уже потерял чувство времени. Ясно. Тогда развлечемся? Подожди-ка. А почему ты здесь? Наказание. Короче говоря, карантин. Карантин. Ты больна? Да. Я... Я ведьма. Хорошо. Я могу тебя наказать. Хватит. Слушай, а ты можешь пройти к нам? Хочешь ко мне? Конечно, хочу. Черт. Как открыть эту штуку? Да. Просто. Убей его и все. Если я убью его, то пройду? Не глупи. Этого они и хотят. Ради того, чтобы побыть с этой девушкой, я готов и умереть. Они же сказали, что не впустят сюда женщину. А ты что, не хочешь женщину? Что нам еще остается здесь делать? Что вы там говорите? Быстрее, иди сюда. Ты? Кто ты? Подожди еще немного. Тебе будет очень хорошо. Не смотри на нее так. Ах ты, сукин сын. Она моя.
Я сейчас приду, милая. Может, мы выбрали не того человека? Не похоже на смертника. Он еще себя покажет. Мы подробно обследовали физическое и психическое состояние Тенсё Исиру. Внутри у него глубокая темнота. Он идеально подходит. Идеально. Подходит. Надеюсь. У нас больше нет времени. Мисака. Мисака! Мисака! Изомер. Мисако, так звали девушку Тенсю. Она похожа на его девушку, которую он убил? Нет. Наверное, это была галлюцинация, вызванная волнами изомера, и он увидел ее. Не понимаю. Ничего не понимаю. У нас совсем нет времени. Подожди здесь. Что это значит? Кто вы? Токутаке, служба национальной безопасности. Я прочитал ваш доклад. Вывод? Что вы говорите? Это закрытая информация, это запрещено. Хватит, давайте докладывайте. Не шутите. Вы не имеете права. Вы мешаете нам работать. Убирайтесь. Прекратите. Хватит! Вы поняли, кто я? Да.
Разъясните ситуацию. Какие выводы? Все не так просто. Нужно еще время. По плану, кто-то из них уже должен умереть. Мы учитывали, что может быть задержка. Да. Меня прислали, чтобы я составил доклад, как проходит эксперимент с изгнанием злого духа. Вы уже два раза провалились. Мы делаем успехи. На ошибках тоже учатся. Вы правда думаете, что сможете изгнать из нее дьявола? Да. Сделаем все возможное. Согласно докладу, изомер внутри нее может переселиться только, если увидит сильного хозяина. Да. Если изомер видит, что его хозяин слабее, он вселяется в того, кто сильнее, чтобы выжить. Значит, если он вселится, то в самого жестокого убийцу. Да. Если вы знали это, то почему два раза провалились? Выбрали не тех смертников? Мы проводили эксперимент только с одним смертником. Но... На этот раз вы взяли двоих. Надеетесь, что когда они убьют друг друга, у вас появится шанс? Только что-то они друг друга не убивают. В таких экспериментах нужно время. Все ученые говорят одно и то же. Я уже устал от вечных отговорок. Знаете, сколько на все это нужно денег? Конечно, нет. Вы только и думаете, что о своих исследованиях. Вы правда думаете, что на этот раз у вас получится? Отвечайте, что молчите! Дайте нам попробовать. Мы сможем. Изомер скоро совсем завладеет ею. Если довести до этого, то он вытеснит хозяина. Он должен как можно скорее сменить хозяина, или она перестанет быть человеком. Я слышал, что ты ее сестра. Вот и твоя логика. Ты волнуешься о своей сестре, а на смертника тебе наплевать? По-моему, это ничего не меняет. Монстр есть монстр, где бы он ни был. Хватит уже. Мы не можем тратить на это годы. Пусть она и не стареет. Нам нужен результат. Результат! Мы прилагаем все усилия. Вы что, предлагаете убить ее? Мы не занимаемся благотворительностью. У вас есть еще одна неделя. И если у вас ничего не получится, мы забираем ее. Но тогда она станет не пациентом, а предметом испытания. Ты жива? Глупый. Как я могла оставить тебя и умереть? Ты что? Мисако. Мисако. Мисако.
как хорошо. Хватит. Не надо врать. Ты не смог простить меня после того, как меня изнасиловали. Нет. Я просто... Я хотел защитить тебя. Ты никого не можешь защитить. Ни Мисако, ни себя. День 12, последний день. Как ты зашел туда? Было открыто. Я сам не ожидал. Хватит. Не надо, Гонда. Как я рад, что я жив. Помоги. Пожалуйста. Ты не можешь спасти меня. Никто нам не помешает. А теперь самое приятное. Открой! Ты... Я же сказала, ведьма. Открой. Вот она, сила одержимого Изомиром. Никакое оружие тут не поможет. Откроем дверь.
Противостояние. Ты не Мисака. Хватит. Это ты виноват. Ты не пришел. И я убила его. Нет. Это не ты просила спасти тебя. Правда? Хочешь поговорить с той девушкой? Во мне. В моем теле живет что-то чужое. Оно поглощает меня. Я Юрика Саегуса. Я не старею из-за того, что оно живет во мне. Поверь мне. Что у тебя внутри? Откуда оно? Не знаю. Я просто боролась. Боролась? С кем? С отцом. Он пытался убить мою сестру. Пожалуйста, поверь. Спаси меня. Пожалуйста. Ее уже не спасти. Ты даже Мисаку не смог спасти. Прошлое.
Почему ты оставила меня одного? Понятно. Я тоже иду к тебе. Ты этого не сделаешь. Мисака, я убил их ради тебя. Мог бы их и не убивать. Почему? Думаешь, мне не стоило этого делать? Я просто хотела твоей ласки. Но ты больше не притрагивался ко мне. Ты не мог простить меня, ведь так? Нет. Я стала для тебя тяжелой ношей. Прекрати. Нет же. Будь поласковее. Мисака. Нет. Нет. Нежнее. Нежнее. Будь нежнее. Нежнее? Мисака! Глупенький. Ты все не можешь забыть. Ты не виноват. Это она была глупой и не понимала этого. Чего? Ты тоже глупый. Поэтому ты и попал сюда. Сказать тебе одну вещь. Твоя девушка забыла о тебе, когда ее насиловали. От наркотиков она взлетела так высоко, как никакая женщина. И из-за нее ты стал смертником. Глупый, ты так и не простил ее. Низкий мужчина. Если бы ты только был нежнее, она бы не умерла. Если бы ты только был нежнее, она бы не умерла. Нет.
Прекрати. Или я убью тебя. Последняя ступень. Хотя у него и бывают галлюцинации, если жажда крови окажется сильнее. Изомер обязательно переселится к нему. Какая жажда крови? Потрясающе. Он умер, испугавшись своего подсознания. В вас, смертниках, тьма пустила более глубокие корни, чем в обычных людях. Почему ты убила его? Он сам убил себя. Он был слишком прост. Он не смог вынести тьмы внутри себя, и это убило его. А тьма в тебе? Я убью тебя. Ведьма. Попробуй, убей меня. Ты мне понравилась. Неплохо. В тебе даже больше жажды крови. Хорошо, началось. Он переселяется. Переселяется. Одержимость. Туда. Все. Он переселился. Приступаем к последней стадии. Готовьтесь. Что это значит? На этом ваша работа закончена. Дальше этим займусь я. Что вы говорите? На этом исследование закончилось. Теперь пришло мое время. Что со мной произошло? К сожалению, тебе еще недолго быть человеком. Постепенно он поглотит тебя, потом ты перестанешь понимать, где ты настоящий. Но ты еще человек. На то, чтобы изомер уничтожил человека, уходит время. Он убивает всех без разбору. Хочешь ты этого или нет?
Ничего уже нельзя изменить. Что это значит? Объясните. Вы думали, что наша цель — контролировать изомер? Что? Получилось. Это и было нашей целью. Эксперимент удался. Мы хотели посмотреть, на что он способен. Что вы такое говорите? Мы все готовы. Начинайте операцию. Ворвитесь и схватите его. Понял. Что вы делаете? Что это еще за операция? Спасите лучше мою сестру. Эта девушка нам больше не нужна. Пусть умирает. Что вы такое говорите? Тогда в чем смысл всех наших исследований? И что? Он единственный человек, кто после этого выжил. Она нужна нам и дальше для исследований. Она же человек. Что вы оба говорите? Нет, Сайгуса. Хотя изомер и переселился, мы не знаем, как это на ней отразилось. Это важно. Хватит уже. Для вас моя сестра тоже подопытный кролик. Нет. Оставьте меня. Не волнуйтесь, доктор. Вы продолжите свои эксперименты, а пока мы проверим, насколько он силен. Что вы говорите? Они больше не нужны. Вы сошли с ума? Хуже, чем изомер. Да. Потому что я человек. Развал. Мой отец называл это изомером. Когда оно находило на него, он разъярялся и убивал всех подряд. Я пыталась остановить его. Я правда пыталась. Ты пыталась убить его? И в этот момент он завладел тобой? Не знаю. Я не знаю, как это произошло. Но с тех пор, как оно жило во мне уже много лет, мое тело не менялось. Поэтому им так нужно мое тело. Непонятно, почему в нем столько сил. Мое тело не стареет. Это все из-за меня. Это тело, моя сестра во что бы то ни стало хотела спасти меня. Сестра? Это из-за меня. Она сделала это. Прости. Не извиняйся. Я все равно уже умер. Thank you.
Я Сиро Тансю. Пусть женщина идет. Сдавайтесь. Не шутите так. Мы служба государственной безопасности. Хватит. Не трогайте его. Асука, прекратите это все. Неужели меня вам мало? Асука. Пожалуйста. Прекратите. Не двигайтесь. Хватит. Осторожно. Они заражены. Это не люди, а паразиты. Они как рак угрожают планете. Это вы не люди. Мы люди. В нас течет красная кровь. Правда? Сейчас проверим. Назад. Интересно, а у тебя тоже красная кровь? Так. Значит, он уже может использовать силу? Это сила, которая заключена в Изомире. Огонь! Еще огонь! Еще! Еще! Бежать! Быстрее, бежать! Это конец. Пусть бегут. Молчи и смотри. Бежать! Открывайте люк! Ха-ха!
Открывайте! Мы ничего не можем сделать с ним. Бежим! Бежим! Ты ведь исследователь. Вот и посмотри на его силу. Бежим! Откройте, пожалуйста! Поразительное силище. Вот что такое изомер. Восемь лет назад отец Саегуса, бывший биологом, попал в аварию в пустыне Намиб в Африке. Ему нечего было есть, и он писал, что съел какое-то животное. Съел? Это и был изомер? Мы точно не знаем. Но это кардинально изменило жизнь доктора. Что это было за животное? Что-то типа бабуина. Обезьяна. Сарда. А как вам такая история? Восемь лет назад секретная организация США пыталась транспортировать НЛО, приземлившееся в африканской пустыне Намиб. Но когда они прибыли, внутри было уже полно зверей. Не может быть, обезьяна? А что это была за секретная организация? Военно-воздушная база Неллис в Неваде. Что? Простите, так будет понятнее. Зона 51. Прости.
Что тебе пришлось это увидеть? Ты... В тебе еще есть человек? Я хочу выбраться отсюда. Выбраться? Это невозможно. Возможно. Если ты поможешь. Черт! Вы думаете, изомер из космоса? Это лучше, чем ваша версия. Разве нет? Обезьяна. Разве так всегда бывает с теми, кто едят обезьян? Глупо. Откуда вы знаете? Вы смотрите слишком много фантастики. Все ученые такие. Вы не можете ничего без своих теорий. Хватит. Мы ничего не знали. Не надо было лезть не в свое дело. Человеческий прогресс невозможен без жертв. Бесполезно плакать. Вы ведь меня слышите? Пришлите мне главного. Я не собираюсь долго ждать. Если никто не придет, я убью ее и себя. И эксперимент закончится. Дела плохи. Хорошо. Опустите оружие. Оставьте. Пусть идет. Это неправда. Я не убью тебя. Я хочу выйти отсюда. Помоги мне. Даже если ты выйдешь, ты останешься таким же. Да. Но я хочу еще раз увидеть. Ясное небо. Понимаю. Я тоже уже много лет не видела его. Асука? Я провожу этот эксперимент. А где тот, кто говорил в микрофон? Отпустите мою сестру. Асука, отпустите мою сестру. Монстр. Что она делает? Глупая. Видимо, очень хочет умереть, дура. Ладно, я проголодался. Пойду поем.
Отдай мне сестру. Хватит, Асука. Отдать? Что ты говоришь? Ты понимаешь, что сделала со мной? Слушай. Я сейчас выхожу вместе с ней. Я знаю, что сделала. Мы привели тебя сюда, чтобы спасти мою сестру. В ее теле был Изамир. Ты все равно должен умереть. Только теперь ты умрешь по-другому. И как же? Изамир внутри тебя развивается. Когда он попадает в человека, он поглощает хозяина. Моя сестра перестала контролировать себя быстрее, чем отец. Значит, с тобой все будет еще быстрее. Я недолго буду человеком. Не шути так. Хватит. Пожалуйста. Не убивай ее. Прошу тебя. Подожди. Этот голос. Ты. Ненавижу. Она слишком эмоциональная. Послушай меня. Лучше, чем ты. Тебе стоит у нее поучиться. Ученым не нужны лишние эмоции. Надоело. На этом эксперимент закончился. Послушай, войдя в тебя, Изамир изменил форму. Откуда ты знаешь? Ты только что использовал его силу. Может, вы сможете сосуществовать с ним? В твоем теле огромная сила. Если изучить ее, ею можно будет управлять. Это вы управляли моей жизнью. Где свобода? Я выбрал жизнь, и вы втянули меня в это. Успокойся. Ты не понимаешь, как ты нам нужен? Я вам не нужен. Я просто смертник. Если вы так хотите исследовать его силу, то делайте это на себе. Сколько не убивай, это ничего не изменит. Отдай мне сестру! Хватит, Асука. Отдать? Что ты говоришь? Ты понимаешь, что сделала со мной? Слушай. Я сейчас выхожу вместе с ней. Я знаю, что сделала. Мы привели тебя сюда, чтобы спасти мою сестру. В ее теле был Изамир. Ты все равно должен умереть. Только теперь ты умрешь по-другому. И как же? Изамир внутри тебя развивается. Когда он попадает в человека, он поглощает хозяина. Моя сестра перестала контролировать себя быстрее, чем отец. Значит, с тобой все будет еще быстрее. Я недолго буду человеком. Не шути так.
Хватит! Пожалуйста, не убивай ее. Прошу тебя. Подожди. Этот голос. Ты. Ненавижу. Она слишком эмоциональная. Послушай меня. Лучше, чем ты. Тебе стоит у нее поучиться. Ученым не нужны лишние эмоции. Надоело. На этом эксперимент закончился. Послушай, войдя в тебя, Изомер изменил форму. Откуда ты знаешь? Ты только что использовал его силу. Может, вы сможете сосуществовать с ним? В твоем теле огромная сила. Если изучить ее, ею можно будет управлять. Это вы управляли моей жизнью. Где свобода? Я выбрал жизнь, и вы втянули меня в это. Успокойся. Ты не понимаешь, как ты нам нужен? Я вам не нужен. Я просто смертник. Если вы так хотите исследовать его силу, то делайте это на себе. Сколько ни убивай, это ничего не изменит. Черт. Больно. Убей меня. Я хочу кое-куда сходить. Асука! Дай
Нет, мы не можем отпустить его. Нельзя выпускать его на улицу. Нельзя. Он не виноват. Не виноват. Я понимаю. Но у нас нет выхода. Так? Он переселяется к тому, в ком сильнее жажда крови. Тогда он перейдет ко мне. Я убью его, пока смогу контролировать себя. Я убью его. Что это значит? Ты убьешь себя? Прости. Ты смертник. Ты должен был тогда умереть. Хватит. Пусть он переселится ко мне. Прекрати! Я не могу. В тебе нет жажды крови. Это другое. Попытка защитить любимого человека. Не жажда крови. Это теплое чувство. Раньше оно мне было незнакомо. Здесь нет никого сильнее меня. Асука! Тэнсю Исира, рано умирать. Кто ты? Я Токутаке из службы национальной безопасности. Что я еще должен сделать? Таких преступников, как ты, надо использовать, пока они живы. Пока ты ничего хорошего не сделал. Сделай хоть что-то для страны. Противостояние. Правительство всегда готово ко всему. Мы работаем только так. Что это значит? Это значит, что есть план Б. Он? План Б? Нет, это вы. Изомер не может сосуществовать с человеком. Баланс будет разрушен. Было найдено два изомера. Один был послан сюда, и сейчас он в одном из вас. Еще один был послан в военную лабораторию. Там были клонированы ДНК изомера и ДНК человека. В результате была создана идеальная военная машина. Так вы... Этот эксперимент прошел удачно. Вы здесь больше не нужны. Теперь мы используем вас, чтобы проверить силы этого человека. Берегитесь. Я чувствую его внутри. Он хочет крови. Убей его.
Так вы хотите разбудить монстра внутри меня? Внутри меня? Кто знает, что случится? Монстр против монстра. Покажи мне, что стоит за твоей темнотой. Все кончено. В этом мире есть вещи, с которыми людям лучше не связываться. Все кончено. Выбор. Может, ты сможешь жить с этой силой? Скажи мне, что это? Внутри меня. Думаю, сначала он жил в насекомых. Например, в комаре или в мушке. Но чтобы выжить, ему нужен был кто-то побольше. Он переселяется к сильным. Так он эволюционировал и дошел до людей. Не знаю, сколько их еще в мире.
Их может быть еще сколько угодно. Но пока на нашей планете есть жажда крови и есть сильные и слабые, он будет продолжать существовать. Он будет вечно жить. Я смертник. Я уже должен был умереть, но я жив. Но есть огромная разница. Сейчас я сам могу выбирать, где я хочу умереть. Я возьму этого монстра с собой в могилу. Дай мне пистолет. Ты не боишься? Боюсь. Боюсь исчезнуть. Наконец я иду к тебе, Мисака. Хотя, похоже, я не один.
жив. Режиссер Рюхей Китамура, продюсеры Хидеми Сатани и Тайдзо Фукумаки, авторы сценария Рюхей Китамура, Юдай Ямагути и Сао Кирияма, в ролях Хидео Сакаки, Рё, Дзюн Кунимура, Куюки, Бенгал, Сюн Сугата, Брика Ода, Так Сакагути, Тетта Сугимото и другие. Фильм озвучен студией Инис по заказу ТВ3 Россия.